Вот наша березовая аллея, любимая, которую тут все уже практически повырубали. Вон строят огромные 40-этажные дома. Печально, конечно, что все-таки не отстоял район. Ой, кому только не писали, как только не выступали. В общем, практически тут на одном ряду подступили вот все березы. Все здесь уже повырубали. На этой стороне вот серединка есть. Тут вон вырастили эти высотки на фестивальной. Уже заселяют. Долго тоже боролись, не заселяли. В общем, одна школа у нас тут на эти вот три дома огромнейших. Не знаю, как народ собирается там детей своих пристраивать. Ну, будут запихивать, если в одну школу будет резиновая в две смены. Здесь вот и выходные, и ночью строят коммерческое жилье. Тут там застройщик Вертикаль. Что там написано? Да, вот такие вот огроменные. Главное, что дороги туда нету. Тут уже рисуют эти масштабные, что вот от речного вокзала оттуда будет вот так вот дорога проходить. А там негде ей проходить-то вообще. Что напроектировали, фиг поймешь.